Мечеть Ердан принимает пожертвования на курбан. Вы можете совершить обряд жертвоприношения, не выходя из дома. По вопросу заказа барашка или доли коровы, вы можете получить информацию по указанным телефонам. Специалисты мечети позаботятся о том, чтобы ваше жертвоприношение было выполнено по всем канонам ислама. Фонд «Ердан Помощь» берет на себя раздачу мяса курбан нуждающимся. Ежегодно в день празднования Курбан-Байрама фонд развозит мясо различным обществам инвалидов Казани, обеспечивает мясом сирот, малоимущих пенсионеров, многодетные семьи и одиноких матерей. Мясо жертвенных животных, которых вы привезете в мечеть, обязательно будет направлено на благое дело. Совершение добра лучше сожаления о несделанном.